Продолжаем сборку. Это крыша. Крыша. Она сейчас будет устанавливаться наверх душевой камеры. Хватает места, нет? А? Главное, чтобы места хватило. Что, не хватает места? Обрезать надо немножко. Обидно, да. Это вот подняли пол, стяжку сделали. Надо подрезать, да? Ну, а то у меня есть пила, если надо. Укорачиваем. То есть с такой ситуацией сталкивались, да, уже? Не новый взгляд. Хорошо, потолок не надо будет ломать. Вызов на очередную настройку. Да. Привет, завтра. Похоже, что проходит. С другой стороны надо нам вставить. Сейчас свет светит, вот ты вот там.